как любая наука, ресторанная наука, это там тренировка там мышц, связанных с обслуживанием людей. Для того, чтобы все это работало эффективно, нужна какая-то система. Система дается с помощью образования. Вот. Швейцарская школа гостеприимства – лучшая в мире. Американцы за последние 20 лет научились готовить. Ученик, когда он ошибается, он на самом деле учится. И нужен преподаватель, который точно, конкретно и правильно указывает ему на его ошибки. Потому что иначе человек может учиться всю жизнь, все время ошибаться, но даже внутренне понимает, что что-то делает не так, но если кто-то ему не указал вовремя на его ошибку, ну, будут потрачены годы на постижение того, что должно быть понятно с рождения.